300 учителей края остались без работы, уволили их из-за судимости. По новому закону люди, на которых когда-либо заводились уголовные дела, больше не имеют права работать с детьми. А многие из них не один десяток лет проработали в школе и имеют звание заслуженного педагога России. А вот тем, кто не попал под волну увольнений, поднимут зарплату. Но и это нововведение коснется не всех. Возрастет только премиальный фонд. Такое решение озвучил губернатор Лев Кузнецов на региональном педсовете в пятницу. Это невероятно трудная задача. И посмотрите, мы по большому счету, мы не завалили этот процесс. Другое дело, есть вопросы к новой системе оплаты труда? Конечно, есть. К любому новому всегда есть вопросы. Вопрос только в том, реагируем ли мы на эти вопросы, вносим ли мы изменения. Я вам отвечаю, безусловно, реагируем, безусловно, вносим.